Приветствую зрителей, подписчиков канала, а также гостей, пришедших для просмотра данного ролика. Remnant 2 на канале. Продолжаем. Решил начать сегодня с него. Как раз у него последняя игра. И чтоб мне убоеску не перенастраивать, короче, решил начать, в общем-то, именно с него. Ну, вот интересно. А, ну какое-то время огненное, потом заканчивается, да? И отключить это нельзя. Ладно, пойдем. Как твои дела? Так, я хочу улучшить снаряжение. А я смогу? Так, подожди. Это у меня винтовочка, да? Нифига у меня лома сколько, откуда я его столько набрал? Так, это есть. Наверное, больше ничего пока не буду улучшать. Если что, я всегда тут. А что дальше? Так, надо найти Клементину. Ее затянуло в огромный красный кристалл в блоке 13. Где она сейчас, неизвестно. Понятно. А где искать? Как искать? Ну, пойдем в запретную рощу. Ходим, посмотрим, что там. Это, по-моему, как раз то, где и засосала этого старичка и девку эту Клементину. Зайти можем? Я понял, зайти не можем. Не, слушай, я, по-моему, тут не был. Клементина? Форд? Черт! Да где же вы? Просто жесть какая-то. Что с кристаллом, что с Фордом. Придется идти дальше. Искать Клементину. Так, есть сундук, но мы хрен его откроем, да? Это кто? Ранен? Покультек? На землю я Эши уже очень давно не ступал. Никто, кроме фавнов. Кто с тобой? Чума забирает меня. Или она теперь часть меня. Прошло столько времени, что уже нет никакой разницы. И все же, что привело Покультек на Яэшу? Я с земли. Сюда меня принес большой красный кристалл. Красный кристалл? Я видел такие в беспокойной дреме. Чума часто думает о них. Особенно о камнях земли, Покультек. Я Бедель из Вонтов. Когда этот мир был молод, фавны заботились обо всем, что растет и цветет. Теперь фавны предают мир. А мир, то есть волк, предает фавнов. Ну,
Я кое-кого ищу. Она по культе, как и я. Ты что-то говорил про волка. Это правда волк или фигура речи? Давай скажем, что мы ищем тут. Тебе подобные редко ступают по этой земле. Похоже, Пакультек приходит только во времена больших перемен. Сначала Креллы. Потом тот, кого зовут Форд. Даже наш бог, Многоликий, не смог противостоять Пакультек. Я здесь не за тем, чтобы что-то менять. Это лишь слова. Так же говорил Форд, враг императрицы. Ты видел Форда? Он был здесь? Враг императрицы уже давно не бывал в Яэше. С тех пор, как его освободил другой Пакультек, таковы перемены. И до смены поколения я оказался здесь, в ловушке. Прозрев для страшной чумы и ослепнув для настоящего. Кто знает, что произошло за это время. Увы, мне мало что известно. Хотя многое требуется узнать. Яэша хранит множество тайн. Блин, тайн тут действительно множество. Вон тут вся игра какая-то пока большая тайна для меня. Я вообще не понимаю, что, где мы, зачем, как и почему. Так, ты что-то говорил про волка. Это правда волк или фигура речи? Разоритель, гроза фавнов и осквернитель лани. Волк охотится на всех. Но на него, к стыду фавнов, не охотится никто. Бессмертный Разоритель, что некогда был частью Баланса, предал этот мир и присягнул на верность чуме, способной уничтожить все миры. А Красную Лань, ту, что так долго сдерживала Разорителя, не видели уже целую эпоху. И если Пакультек хочет спасти свою жизнь и свой мир, придется выследить и убить Разорителя. Я найду этого зверя. А может, и Красную Лань заодно. Зверь не одинок. Ему на верность присягнули леймеры. Когда-то леймеры служили Вечной Императрице. Но потом многие из них поверили лживым речам Разорителя и предали фавнов. Берегись, Пакультек. Они не уймутся, пока жив зверь. Это, наверное, опасно. Опаснее, чем думает Пакультек. О, а у тебя есть что-нибудь на обмен? На обмен? Пожалуй. Деньги мне, разумеется, ни к чему, но Пакультек может оставить взамен то, что пригодится другим. Бери, что хочешь, Пакультек, но оставь то, что считаешь равноценным. Пусть это будет дань Балансу и дар фавнам. Угу. А за что мы покупаем? Мы покупаем вот за вот эти вот штуки. Эталон у нас. Кольцо. Не позволяет вам восстановить более 50% от максимального запаса здоровья. Уменьшает весь получаемый урон на 10. Ну а смысл от него? То есть тут всего 50%. Не больше, нет, не пойдет. Защищает от недуга гниль. Вот это можно купить. Снимает недуг гниль и повышает сопротивление недугам на 25. Эффект длится 10 минут. Нет, это мне не надо. Так, мы вот это возьмем, наверное. За 500. Продавать ничего не будем.
Используй эту вещь с умом. И пусть разнесется молва о щедром даре Пакультек. А где оно? Кольцо. А, оно сразу сюда встало, да? Ну все, окей. Блин, ну что, пойдем посмотрим. Подожди-ка. У меня были какие-то фигни, которые мне там персонаж. Ну-ка. Которые мне это давали, блин. Нету, что ли? Запретная роща, да? Ну пойдем походим, посмотрим, что у нас есть. Может, найдем что. То есть нам особо-то, видишь, и не говорят, блин, куда идти. Куда пойдешь, туда пойдешь. Модуль пока не хочу применять, тут не так много. Ну, началось. Он издалека у нас бьет нормально, вроде как. Блин, есть оптический прицел, но только как им воспользоваться на этой винтовке? Я пока не знаю. Ну, пока и не надо, в принципе. Нож не можешь взять? Почему не стреляешь? Это кто? Лом какой-то элемент. Там кристалл, короче, еще какой-то взяли. Ладно. Железо хозяйстве пригодится. В ближнем бою получен фрагмент реликвии. Где мы это смотрим? Типа его знает, да?
это что? Кристалл излучает тепловое сияние, будто притягивает свет, невзирая на окружающую тьму и опасность. Этот редкий и потому очень ценный предмет пользуется спросом среди выживших, которые ищут преимущество в борьбе с кормом. Ну да, пока непонятно, что с ним делать. Во времена до вторжения корня жилы этого ценного материала бывало пролетались с камнем мира. Мы добывали его до последней крупицы под руководством командира Невилла, чтобы раскрыть потенциал этого материала и узнать, как его применять. Я его знаю, я тоже пока не знаю, как его применять, блин. Так, ладно. Ну, наконец-то. Блин, а что наконец-то, блин? Почти просрали. Так, а он меня не отхиливается, получается, со временем. Сожрем один корень. Погнали. Очко таланта взяли. Иди так скажу. Это все? У нас патронов-то осталось мало. Угу. И оружейных ящиков всего два. У нас доступно одно, да? Выносливость плюс 9. Я пока сделаю выносливость. Мне пока нужна выносливость. Давай-ка, наверное, блин, пистолетик. Спрыгивать сюда, не спрыгивать или обойти? Давай обойдем. Там мы тоже не были. Так. Блин, из пистолета ты их тут много не завалишь. Это кто? Ты
Почему это не работает? Она не набрала, что ли, еще? Пока что все. Да что, блин, все? Это пиздец какой-то тут происходит. Еще клюшечку не юзаю, блин, ни разу не пробовал, что она мне даст. Понятно пока совсем, куда идти. Тут мы уже были, да? Повалить. Отсюда пришли, получается. Но вот здесь еще не были. Пойдем обратно тогда. Тут ощущение такое, что уже было. Ну, там не было. Не, ну с патронами понты, конечно. Наконец-то. Где мне столько патронов набрать? Так, там у нас камень есть, контрольная точка. На ней мы можем сохраниться. Это типа тогда все живут, да? А перемещаться мы можем за счет него?
Вот это мне интересно. Переместиться сможем или нет? А вон еще кто-то синий. Нам, наверное, надо туда сходить. Ну это же оно как сохранение работает, правильно? Так, карта области. Чтобы открыть карту области, нажмите M. Во время игры карта области поможет вам найти неисследованные места в области, где вы находитесь. Еще на ней отмечены важные элементы, например, двери, предметы и последнее место гибели вашего персонажа. Не знаете, куда идти, найдите значок. Восклицательный знак на карте перемещения или карте области. Этим значком отмечены места, где вам нужно что-то сделать. Значок, восклицательный знак на карте области – это важный предмет, персонаж или проход в следующую область. Однако ориентироваться только на него не стоит. Дополнительные подземелья и секреты не отмечены значком. Зато там вас ждет множество ценных находок и интересных сведений. Как бы это я и так знал. А, ну вот, да, видишь, мы можем, короче, отсюда вальнуть от этого камня. Но я пока не пойду. Так, к бою. А чё к бою? К какому бою? Где? Я пока ничего не понял, что здесь происходит. Первая смерть, блин. Ну, я просто не был подготовлен. Ладно, допустим. Блин, откуда они все берутся-то? Подбегать. Да уж, плохо дело. Где эта тварь, а?
Блин, давай все, короче, ладно. Так, так. Ну я не знаю, есть у меня смысл сейчас. У меня 35 патронов. Я не буду, короче, тогда. Сейчас бороться, у меня патронов нету. Какой тут смысл без патронов что-то делать? Идем в блок. Будем улучшаться, блин. Чем могу помочь? Так, давай-ка еще раз улучшить снаряжение. Тест вот тогда придется улучшать. Ты уж береги себя. Так, у нас есть. А кто-нибудь у нас патроны продает? Это у нас броню улучшает. О, опять ты. Что на этот раз? Нифига мы не можем. Пока. Давай. Есть у нас кто-нибудь, кто здесь у нас продает, блин, патроны. Мне нужны патроны. Блоки все с тобой любезничают. От меня такого не жди. Другое дело. Так, а он еще тут у нас и Брабус у нас получается торговец, да? Оружием. Ну, с моими деньгами сделать нефиг. Это в самый раз. Любое твое решение может рано или поздно аукнуться. Мне ли не знать? Так, Брабус, оружие, модули, улучшение, добытчик, отвары, броня, медикаменты, улучшение реликвий. Диковинки. Слушай, а чё патроны-то никто не продает? Вот еще блок какой-то есть. Ну-ка, давай-ка мы к нему заглянем. Где-то вот здесь. А, ну этот блок, это этот пацан, да? Здравствуй. Нет, не пацан. Так, Клементины пока не видно, я ищу ее. Да, ну хорошо. Сообщи, если что-нибудь узнаешь. Чем могу помочь? А, удачи. Ну пока ничем, значит, ты помочь мне не сможешь. Неаккордно. Ну еще раз давай попробуем. Может и получится, а может быть и нет, блин. Как так быстро-то они, блин?
пошел ты нахуй со своими, блядь, патронами. Ну как вот здесь отработать? Подожди. Ну вот как? Мне нехорошо. Ну ты можешь сожрать, блядь, хилку, заебал. Блядь, нажимаю на один, он хилку не жрет, короче. Короче, ближний бой — это вообще не его. Ну, может, стрельнешь уже, в конце концов. А чё за по 42? А чё, побольше снять нельзя? Ты чё, блин? Ты сейчас серьезно? Что-то мне нехорошо. Я не могу понять, почему, блин. Вот как 65 он снимает? Пиздец, короче. Класс. Еще лучше. Я последний раз пробую и понимаю, что соус игры не для меня, и все. Черт, патроны нужны. Большой вперед так плохо, ты просто ни хера не можешь. А зачем мне последнее место гибели? Вот кто мне скажет? Ну, допустим, валю. Где там я сдох? А можем не трогать его, да? Плетение корня. Может, я рано сюда пришел? Может, мне пока сюда не нужно? Просто очень дохрена их вылетает, и они как-то непонятно откуда появляются. Но вот это вот мне не нравится.
Тут получается, что оно волнами, да? Ну что-то не сильно много, оно мне. А нет, восстанавливает что-то. И кто откуда появился? А ты откуда взялся, дядя? Чтоб меня. Да блин! Где он? Я его даже наполовину еще этот корень не замочил, у меня уже патроны заканчиваются. Ну все, пизда, приехали. Все плохо. Ладно, короче, рано я сюда пришел. Мы потом придем сюда. Да блин, патронов нет, ничего нет, какого хера? Я здесь. Плетение корня. Подожди, а куда я могу еще? А я могу только в блок вернуться. Значит, мне все-таки надо. Как-то его грохать получается. Где дядька? С улучшением оружия, блин. Подожди, она же еще тоже, по-моему, торговка. Найди! Привет. Обалдеть, какие люди! А слухов-то было. Я боялась, что уже тебя не увижу. Да, иногда мне казалось, что я уже не вернусь. Ого, да уж. Говорили, будто вы со стариком Фордом куда-то пошли и исчезли. Где тебя носило? Так, мы с Фордом пробрались в какой-то заброшенный бункер, и он активировал старый кристалл. Про тот здоровенный летающий камень? Бо говорил, через него можно попасть в другой мир. Раньше я бы только посмеялась, но здесь еще и не такое рассказывают. А судя по твоему лицу, это не выдумки, да ведь? Тут вообще на каждом углу чудеса.
Меня от гнили вылечили. Я такими темпами скоро начну верить в сказки. Даже в Санта-Клауса и смесь Фултона. Хорошо, что ты в порядке. Не знаю, чем меня напичкала доктор Нора, но мне уже много лет не было так хорошо. Может, это и была смесь Фултона? Так, где ты все это взяла? В руинах, тут недалеко. Там до сих пор можно найти всякую полезную всячину, если знаешь, что искать. А я знаю. Я делала, что могла, чтобы хоть как-то выжить. Готовила все на случай, если мы решим отчалить. Но тебя все не было. А Бо сказал, что местным этот хлам пригодится. Теперь вот торгую. Так что, если тебе вдруг нужно что для похода в эти миры или еще куда, дай знать. А то у меня много всего. Покажи, что у тебя есть. Блин, а мне нафиг нужен железо? Железо мне не надо. У меня есть кольцо. Вот это бы колечко я купил. Заглядывай. Ты знаешь, где меня найти. Но тут никто, сука, не продает патроны. Вы заколебали, блядь. Мне нечего сказать, бродяга. Я сюда пришла, чтобы выжить, как и остальные. Блин, где этот хрен? Сюда мне точно не надо. Так, к этому, наверное, тоже. Хотя этот же тоже что-то продает Чем у нас. Чем Вэлл может помочь Факультек в борьбе? Лучшие кристаллы в округе. Нахер мне твои, блин, кристаллы? Пока мне не до них. Прощай. Так, а мы, получается, у этого хрена, который реликвиями, да? Улучшение оружия. Здравствуй. Ну, помогу что-нибудь улучшить? Нет, не могу, потому что у меня ни хрена нету. У меня железа ноль, лома мало. Береги себя. Где камень? Что я могу сделать с 35 патронами? Кто мне может сказать? Ни хрена же не могу, правильно? Так, при использовании вы возвращаетесь на последнюю активированную контрольную точку. Мне это не надо. А, вот у меня что тут. Эфир длится 60 минут, но уже нет, уже потому что скоро будем заканчивать. Тут только сплетение корня, больше я нифига никуда не могу пойти, правильно? Короче, тогда на этом закончим. В общем-то, тут, наверное, нужно, блин, фармить, прокачиваться. Как я и говорил, соус игры не для меня, абсолютно не мое. Я подумаю, буду ли я еще проходить это. Возможно, что, скорее всего, нет. Ну, я не люблю такое вот это вот сидеть, мучиться, чтобы у меня там, извините, жопа горела, блин. Вот, поэтому. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, до новых встреч.